Так, ну что ж, вот я закончил очередную поделку свою. Это такой календарик, напоминалка. Я здесь сижу за компьютером, работаю, и у меня взгляд падает всегда на эту стенку иногда. И как бы за блокнотом мне лезть иногда далеко, иногда я про него вообще забываю. Я решил себе сделать вот такую вот запоминалочку. Это дни рождения. Вот, она сделана в стиле, в кельтском стиле. Кельтика, собаки, связью. Вот. Цвет, может, не так хорошо. Значит, материал был использован липа. Липа и бронза. Все. Значит, вот они даты. Кого надо поздравить. Со временем этот календарик будет заполняться. Вот это, например, апрель и май. У меня здесь нет еще никого. Вот. Я буду уже потом дополнять сюда еще, как говорится, людей, которых мне надо поздравить. Из семьи. В принципе, вот такие вот крепления получились на цепочке. Подвесную я сделал, так она шатается. Вот. Вот такого типа. Значит, что хочу сказать. Давно хотел себе сделать. Низ я не стал исправлять. То есть низ у меня идет как бы, как сказать, низ у меня идет форма дерева, то есть непосредственно вот эта вот часть. Верх был срезан, потому что здесь вот вензеля вот эти вот выступают. А низ я оставил именно такой кривой. Вот, в принципе, вот, как мы видим, еще раз можем посмотреть. С интернета скачал, значит, этот себе шрифт такой специальный, как мне понравился. И вот написал. Вот такая вот стилистика, вот такой вот календарь. Ладно, все, всем спасибо и пока.